имею честь присутствовать на этой выставке. Прежде всего хотел бы сказать о том, что глава государства, его индустриально-инновационное развитие, программа направлена на то, чтобы в каждой области, в каждом регионе создавались новые производства. После торжественного открытия главу региона провели по выставочным павильонам. Свою продукцию сегодня представляли свыше 70 компаний. Все они являются ведущими производителями оборудования и технологий из 13 стран мира – Австрии, Австралии, Германии и США. Здесь разнообразное современное оборудование для служб геологоразведки, горных работ и предприятий по обогащению. Нужно отметить, что с каждым годом увеличивается интерес к подобным специализированным выставкам со стороны международных организаций. Среди таких компаний из Сербии, занимающийся внедрением оборудования для контроля загрязнения воздуха. EMA Project System was a Serbian company established after 20 years in Belgrade. EMA Project System – это компания, которая делает на сербском и тяжестью в регионе России. Участники выставки из Алматы занимаются геодезическим оборудованием. На выставке в Караганде они впервые. По словам специалистов компании, для них это хороший шанс заявить о себе. Участие в таких выставках дает нам большой шанс показать наше оборудование для горнодобывающих предприятий, показать наши последние достижения в области геодезии машедовского дела и продвижение продукции на нашем рынке. По словам организаторов, Карагандинский регион как место проведения выставок был выбран не случайно, поскольку наша область имеет высокий экономический потенциал, богатые запасы природных ресурсов и развитую промышленность. Почему именно ваш регион? Потому что здесь есть ArcelorMittal, потому что здесь есть Казахмыс, потому что здесь есть и другие промышленные предприятия, которые интересны для наших участников. И в пятницу мы организуем для них посещение этих предприятий. И непосредственно участники на месте посмотрят, как используется их оборудование, те, кто давно заключил контракты. Новые компании увидят, что необходимо, действительно, какие новые, может быть, ноу-хау, новые технологии, новые оборудования необходимы для этих предприятий, какие новые оснащения необходимы. Международная выставка оборудования технологий горнодобывающей, металлургической и угольной промышленности продлится до 18 мая. Ирина Камышова, Тулигин Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Наш 21 век, и мы живем без газа. Майя Ширьездановна – пенсионерка. В ее квартире в центре города газа нет уже почти неделю. Газораспределительную установку, от которой газом питаются еще несколько домов, давно не заправляли. В ближайшее время, судя по ситуации в шахтерской столице, заправлять не будут. Ей еще повезло, говорит пенсионерка. У нее есть одна электрическая конфорка. Только от нее, по словам женщины, толку мало. Вчера слушала телевизор. Сказали, что отключают холодную, горячую воду. Люди, ведь лето жарко. Каждый день вечером нужно и выкупаться. Воду греть будут где? На электрических плитах. Нагрузка будет на электрические сети. У нас ведь такое положение, что и сети у нас такие, что завтра может и свет отключиться. Напомним, еще 15 марта компания «Алимгаз» заявила о приостановке своей деятельности. Причина – 200 миллионов тенге долга перед кредиторами. Предприятие работает себе в убыток, а это значит, что недалеко и до банкротства. Выход один – повышение тарифа на газ. Однако заявленную компанией цену Департамент агентства по регулированию естественных монополий не утвердил, увеличив тариф всего на несколько тенге. Компания «Алимгаз» по-прежнему остается в убытке. 24 марта был утвержден тариф в размере 127,87 тенге за 1 килограмм. Запрашивали, заявки подавалось, запрашивали, цена была 136,68. Полностью исключили прибыль, В законе написано, что должны учитывать все затраты предприятия, плюс прибыль, которая должна обеспечивать нормальную работу предприятия. Прибыль исключили полностью и некоторые статьи затрат. В законе написано, что должны учитывать все затраты предприятия, плюс прибыль, которая должна обеспечивать нормальную работу предприятия. Прибыль исключили полностью и некоторые статьи затрат.
некоторые статьи затрат. Горожане согласны и на повышение тарифов, лишь бы в их квартирах наладилось газоснабжение. Я так считаю, что лучше пусть повысят нам тарифы, пусть повысят, но зато мы будем при газе. Ведь мы тратим больше денег на электрические наши эти самые плитки, чем мы на газ будем тратить. Пусть повышают. Соседка Майи Бляловой, которая также остается долгое время без газа, боится, что в Караганде настанут советские времена, когда люди готовили пищу на костре, и призывает городские власти помочь в ситуации. Это надо костры, действительно придется жечь. И уже не удивлять, но в наше время жечь костры, 21 век, это уже, знаете, маразм. Так что просто хочется призвать наш акимат, и городской, и областной, чтобы немножко пошевелились, подумали о том, что людям без газа плохо. Они, наверное, тоже не в другом государстве живут. Наверное, у них тоже коснется. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На семинаре обсуждались многие вопросы, в частности, о снятии административных барьеров и о мерах по улучшению оказания юридических услуг населению. Так как вся работа госорганов в первую очередь направлена на повышение правовой пропаганды и повышение оказания услуг государственными органами для населения. На сегодняшний день это самый обсуждаемый документ. В этом послании народу Казахстана президент определил 10 основных направлений. Одним из основных направлений является это оказание услуги государственными органами для населения, а именно заключающиеся в том, чтобы снятие административных барьеров и широкая пропаганда, правовая пропаганда населению. Вопрос регистрации нормативного правовых актов является одной из приоритетных задач, стоящих перед органами юстиции. В ходе государственной регистрации обеспечивается соблюдение законности и защита прав граждан Казахстана. Хотелось бы отметить, что данная деятельность в Каракалинском районе находится на должном уровне, однако имеются, конечно, соответствующие недостатки, которые мы стараемся устранить путем проведения соответствующих практических, методических семинаров, круглых столов, стажировок. Но как бы все-таки еще необходимо данную работу взять под личный контроль. Также в семинаре аким Каракалинского района отметил, что в местности нет юристов, у кого можно было проконсультироваться, а специалисты департамента юстиции пообещали уладить этот вопрос. Жазира Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. После смерти родителей несовершеннолетняя осталась на попечении родственников. При этом советом не установлено наличие либо отсутствие движимого и недвижимого имущества, зарегистрированных на имя умерших родителей опекаемой. В ходе проверки прокуратуры района установлено, что в Каракалинском районе имеется недвижимое имущество с земельным участком, зарегистрированное на имя умершей матери опекаемой. Согласно статье 121 части 3 Кодекса Республики Казахстан о браке, супружестве и семье, опека и попечительство устанавливается в течение месяца с момента, когда соответствующим органам стало известно о необходимости установления над лицом опеки или попечительства, либо опеки над имуществом. Порядок управления имуществом подопечного определяется законодательством Республики Казахстан. Однако на недвижимое имущество девочки, принадлежащее ей на праве наследства, советом не предприняты меры для установления опекунства и не наложены обременения для ее сохранения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. По результатам проверки было внесено представление об устранении нарушения законности на имя акима Каракалинского района. По результатам рассмотрения представления были к дисциплинарной ответственности привлечены 3 человека, а также устранены названные нарушения. Также аналогичные факты нарушения закона установлены в отношении имущества 3 несовершеннолетних лиц, находящихся под опекой. Жазира Абдраимова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На той неделе мы показывали сюжет об обрушении плотины поселка Куйбас, куда во избежание угрозы здоровью и жизни населению была отправлена эвакуационная и эвакоприемная комиссия. А также для оказания медицинской помощи населению и личному составу служб была направлена медицинская служба в составе 7 человек. По словам заместителя акима Абайского района, причина разрыва плотины – вероятность кражи сифона трубы. Причина – это все-таки воздействие, механическое воздействие сторонних сил.
То есть, я к чему это так говорю? Потому что года 4 назад вот сифон, который находился в этой дамбе, была кража. То есть половина трубы сифона украли. В связи с этим, я так думаю, что, наверное, все-таки вторую часть сифона хотели, наверное, все-таки украсть. Это взрыв это был или гул был. Вот поэтому я думаю, все-таки было механическое воздействие, когда начали его дергать, она вот эта остальная, значит, где эта песочная сторона, она сползла. Ну, там прилично 10 метров, да? Там все-таки она грохот такой-то дает. Спад уровня воды в плотине Куйбас-1 составляет 1 метр. Размеры сползшего участка остаются на прежнем уровне. По словам Махамбета Жанабергенова, 12 мая эвакуированные жители были возвращены в село. На сегодняшний день работниками аппарата Акима сельского округа поселка Сарепта ведется круглосуточный контроль и наблюдение за обстановкой. Но мы просто хотели подстраховаться. Вызвали автобус. Значит, скот, который находящий в сельском округе, мы вывезли на возвышенное место. И уже охраняли работники полиции все имущества. Для понижения уровня воды и снятия давления на месте возможного прорыва экскаватором были прокопаны прораны в 200 метрах от опасного участка. Вода уходит с водоема Куйбас-1, водоем Куйбас-2, откуда по обводному каналу сбрасывается на рельеф местности. На сегодняшний день полностью могу сказать, что никакой угрозы подтопления этого сельского поселка Куйбас нет. Как отметил Махамбет Жанабергенов, потопление населенного пункта Куйбас не зарегистрировано. На сегодняшний день ведется круглосуточное дежурство команды противопожарной службы. Мирамгуль Салкимбаева, Дмитрий Обрак, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Гость из Турции приехал в Карагандинскую академию Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баранбека Бейсенова, чтобы подписать меморандум. По условию сторон будет совершаться ежегодный обмен студентами, преподавателями, а также будут организовываться конференции. Мы в этом году создали докторантуру PhD, что предусматривает вообще очень большую широкую международную тесный контакт с другими вузами. В этом году мы в Анталии вступили в Международный союз академий полицейских академий, в который входит около 140 стран. Подписание меморандума подразумевает обмен учебными материалами, чтобы опыт зарубежных коллег лучше усваивался и на нашей стороне. Срок действия соглашения рассчитан на 1 год, но если сотрудничество будет устраивать оба государства, то его продление не заставит себя долго ждать. Александр Крылов, Кайрат Мейрамбайұлы, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Участие в выставке «Чай, кофе, какао» – это отличная возможность представить свою продукцию широкому кругу потенциальных клиентов, познакомиться с новыми тенденциями. Главная идея выставки – показать состояние и перспективы дальнейшего развития чайного и кофейного рынка страны, содействовать расширению международного торгово-экономического и культурного сотрудничества. Ну и, конечно же, продемонстрировать мировые традиции чая и кофепития. Выставочный зал «Курме» с запахом ароматных напитков будет наполнен еще 2 дня. Рынок Казахстана очень интересен таким компаниям крупным, как индийским чаю, как кенийскому, как компании с Шри-Ланки. Очень много компаний, которые с России хотят выйти на казахстанский рынок. Вот. Мы очень рады. Данную выставку мы именно для того и сделали, чтобы рынок чая, кофе, какао обогащался в Казахстане. Мы ждем всех абсолютно компаний, которые заинтересованы в новых контрактах. Пожалуйста, приходите на выставку. Здесь есть очень много компаний, с которыми можно сделать замечательные партнерские отношения. На мероприятии собрались производители и поставщики, руководители магазинов и супермаркетов, представители ресторанов и кофеен. Также участвовали президент Торгово-промышленной палаты Казахстана и посол из Индии. Ведь Индия является самым большим производителем чая в мире. И Казахстан представляет для них большой интерес по экспорту данного напитка. На сегодняшний день Индия экспортирует в нашу страну около 40% производимого чая. Мы тоже, как и вы, сохраняем все народные традиции. В Индии, как и в Казахстане, много людей употребляют чай. Примерно 800 миллионов человек. На каждого из них уходит 1,5 килограмма чая. Ежегодно общая сумма экспортируемого продукта в вашу страну составляет 23 миллиона долларов, а это 25%. Чай на столе у казахов появился в 19 веке. В то время этот напиток был доступен только богатым людям. Но в наше время казахский дастархан нельзя представить без чая. На способы его заваривания не могли не оказать влияние традиции других
других народов. Например, к северным казахам чай пришел от татар и русских, и поначалу пили черный чай без молока. Ну а казахи, жившие рядом с калмыками, пили чай с молоком, маслом и солью. Стоит отметить, что у всех народов Центральной Азии чай в Пелуне положено наливать до краев. Чем меньше чая наливают чашку, тем больше уважения оказывается гостю. Эти традиции сохраняются и по сей день. Тематика чая, кофе, какао выбрана не случайно. Казахстан – страна с давней национальной традицией чаепития. На сегодняшний день страна входит в пятерку стран с самым высоким употреблением чая, являясь лидером среди других стран СНГ. Ежегодно казахстанцы выпивают около 3 миллиардов литров напитка и заваривают около 22 миллионов килограммов чая. В рамках выставки состоялись чайные и кофейные церемонии, семинары по искусству приготовления напитков, конкурсы и многое другое. Среди участников выставки караганинская компания Unity, которая имеет линию фасовки кенийского и индийского чая элитных сортов. Как производители на рынке они с 2008 года и по сей день не пропускают ни одну подобную выставку. По словам представителя компании, в настоящий момент среди населения более известен кенийский чай, так как в Кении произрастают более сочные листья, что и объясняет популярность данного чая. На данной выставке мы являемся единственным казахстанским чаем, то есть производство полностью находится все в Караганде. Ну, единственное, как бы пакетированный чай для нас делают в Арабских Эмиратах, но опять же, это наш чай делают вот именно для нас. Подобные выставки должны проводиться часто, потому как производители могут объяснить, как и где изготавливается продукт и какого он качества. Продолжает главную мысль супервайзера, дистрибьютор компании, с которым они встретились на выставке. Недавно в Москве тоже по продуктам тоже ездили в Продэкспо. И вот здесь недавно тоже, месяц назад, соки мы продаем. По сокам представители приехали, они попросили тоже поприсутствовать. И мы часто присутствуем и хотим, чтобы такие выставки побольше было, потому что производители встречаются с своими дистрибьюторами, теснее контакт. И после этого еще покупатели приходят, уже знают продукции более конкретно. Сегодня посетители выставки смогли попробовать отборные сорта напитков, узнать новые способы приготовления чая и кофе. Свою продукцию показали около 40 крупнейших зарубежных и казахстанских компаний, среди которых Индия, Россия, Киргизстан и Казахстан. По словам организаторов, это прекрасная возможность найти новых партнеров. Ну а мы, в свою очередь, пожелаем всем участникам выставки дальнейших профессиональных успехов. Аныш Алкарбек, Ержан Алипов, Первый Карагандинский. Родительский дом – начало начал, основа жизни, с которой начинается знакомство с миром, познание любви и заботы. Благотворительная акция прошла с целью изменить жизнь семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, повысить статус семьи, обеспечив конструктивное сотрудничество всех секторов общества. В общем, дети, которые закончили, то есть выпускники детских домов, они идут у нас в ПЛ. И вот сегодня эти ребята, которые когда-то здесь находились, пришли сюда, которые сейчас учатся уже на поваров, на кондитеров, и руками своими спекли пирожные, спекли пироги, и спекли пирожки для этих детей, чтобы, в общем, порадоваться вместе с ними. К сожалению, многие дети в нашей стране лишены радости расти и развиваться в семье. В разном возрасте и по различным причинам они оказываются под опекой государства. По разным обстоятельствам дети попадают в центры адаптации для несовершеннолетних, где по закону не должны находиться 3 месяца, а дальше они попадают в руки судьбы. На сегодняшний день таких детей насчитывается около 50. И прежде чем вернуться, то есть прийти по разным обстоятельствам, из-за пьянства родителей, брошенные или оставшиеся вообще без попечения родителей. И вот здесь они проходят адаптацию 3 месяца. Затем или находятся родственники, или, значит, дети попадают в государственные учреждения. Музыкальным сюрпризом для всех участников благотворительной акции стал концерт, подготовленный воспитанниками Центра адаптации несовершеннолетних города Караганды. Самая надежная опора для каждого ребенка – это родительская любовь, которая независимо от возраста является спасательным кругом, способным защитить от житейских невзгод и бурь, приласкать и обогреть. Вот эта женщина пришла забрать 3-летнюю Варвару, которая находится в центре месяц. Эта девочка упала из-за того, что родители пьют.
Они жили с дедушкой, там мама пропадала, по 3 недели ее не было дома. Дома нет условий для того, чтобы для содержания ребенка. Я пришла сюда для того, чтобы оформить опекунство на Варвару. На сегодняшний день проблема сиротства еще не решена, так как острой социальной проблемой остаются семейное неблагополучие, отсутствие контроля и желания выполнять свои прямые родительские обязанности. Акция завершилась веселыми играми от ОНБАС, которые приехали из детской деревни города Темиртау и праздничным столом. Чече куфисна! Чече куфисна! Куфисна ланга! Куфисна ланга! Адендем! Мирамгуль Салкимбаева, Дмитрий Обрак, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Гимн прозвучал, и на ковер вышла первая пара борцов. В захватывающей схватке несколько раз положить противника на спину удалось Балуану из Жанарки. Борец из Актугайского района потерпел поражение. Но, как говорит победитель первой схватки Нурдаулет Серик, бороться было непросто. Занимаюсь этим видом спорта уже на протяжении 7 лет. Сейчас этот вид спорта распространяется по всему миру. Моя цель и мечта – высшие достижения – стать чемпионом мира. Стоит отметить, что турнир памяти Акадыля Кайрулылы проводится в 6-й раз. В традиционном спортивном поединке на этот раз участвовали более 100 балуанов из Караганды, Джизгазгана, Сатпаева, Балхаша, а также из Каркаралинского, Актугайского, Лутавского, Жанаркинского районов. Организаторы состязаний говорят, в области большое внимание уделяется развитию казахша-курес. Балуанов с каждым годом становится все больше, и этому способствует популяризация национального вида спорта. Тренеры говорят, что воспитанники оправдывают их надежды. Доказательством тому призовые места на республиканских и международных соревнованиях. И сегодня каждый из участников стремится к победе, потому что главный приз – путевка на республиканский чемпионат. Марал Тукенова, Тулиген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.